Вы говорите сейчас больше не как писатель, а как политик. Я знаю, что многие умные люди погорели на том, что их поманили в политику, они пошли и пропали. Вас манили в политику? Вам говорили, пойдем? Да, манили, я не шел. И последний раз почему совсем не недавно шли? В общественную палату пригласили. Так как-то... Ульянов шел, Пугачева шла, все шли. Почему вы не шли? Захаров шел, да боже. Как-то я вдруг, я, может быть, и жалею даже, а может быть, я и думаю о том, что ну что же я вот буду заседать. Я с таким трудом вырвался с этих совещаний, заседаний в советское время, слинял оттуда. Я там, хотя там, конечно, мозги свободны, сидишь себе, кто-то говорит, ты там что-то... Я не был уверен и до сих пор не уверен, что я смогу, а, держать удар, б, смогу выдержать оскорбление, которое обязательно связано с политической деятельностью. Неминуемо. Михаил Михайлович, а что женщина из города, там, это вот, вот где-то Мелитополя, пишет, что у нее двое детей? Я не выдержу этого. Я слишком болезненно на это реагирую. А почему мне вот говорят о том, что вот, вот письмо на вас? Вот публично так. Я плохо держу удар. Я могу сам говорить, но спорить... Дима, я не могу убеждать никого. Я не умею убеждать. Мне кажется, что там, где начинается убеждение, сразу надо оттуда текать. Если меня вот человек берет и начинает убеждать, текать. Это... Ничего хорошего, это обман. Это обман. Там, где требуется убеждение, обман. Где вот идет убеждение, берите, купите, обязательно возьмите, вам это подойдет, вы вылечитесь, это лекарство, как только, вот лекарство, вот о чем вы говорите, обязательно надо купить, вот я вам говорю, я, вот он пробовал, я пробовал, все, вот начинают уговоры, все, текать, никакого лекарства, не дай бог его пробовать, потому что о настоящем говорят шепотом, о настоящем тебе говорят, вот лежит человек, ты знаешь, и даже, вот он, кто-то ему принес, вот проглотил, стало легче. Это я понимаю. А купи обязательно, прими. То есть убеждать я не могу и не люблю, когда меня убеждают. Это мне преграждает путь в политику. Я могу только удивиться, как ты хочешь величия Родины и хочешь голодать. Я могу удивиться. Я могу говорить о политике, но не участвовать в политике. Поэтому участвовать в общественной палате.